Камчатская студентка примет участие в финале чемпионата WorldSkills. Дарья Семичева выступила в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». Меня просто заинтересовал этот конкурс, потому что изначально я выступала здесь в качестве волонтера у других участников. А данный конкурс, я считаю, что это просто интересно, и это повышение твоего профессионального уровня. Чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia на Камчатке завершился 13 августа. В отборочных соревнованиях регион в 8 компетенциях представили 12 конкурсантов, среди которых 3 юниора. Окончательный список финалистов от Камчатки станет известен чуть позже. В этом году в условиях ограничительных мер на территории всех субъектов отборочные соревнования проводятся в дистанционно-очном режиме с использованием цифровых и телекоммуникационных технологий. Это значит, что ребята находятся в своих субъектах без выезда за пределы субъектов, проходят конкурсные испытания на своих площадках с участием региональных сертифицированных экспертов. А федеральные эксперты, которые непосредственно осуществляют контроль за регламентом проведения чемпионата и в том числе оценивают профмастерство ребят, они находятся в удаленном режиме и вот с помощью видеотрансляции. В соревнованиях профессионального мастерства по стандартам WorldSkills принимают участие студенты образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоры от 12 до 16. На Камчатке чемпионат стартовал 2 августа. Состязания участников проходили на площадках профессиональных образовательных учреждений. Во-первых, наверное, чемпионат дает такую хорошую подготовку касаемо навыков по тем компетенциям, в которых они выступают. То есть они получают именно практические навыки, которые впоследствии могут использовать уже при своем трудоустройстве. Также они получают скилл-паспорт, по которому работодатель может оценить уровень их способностей. Результаты отборочных соревнований станут известны 25 августа. Финал национального чемпионата пройдет с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате и станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире.